Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска, двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 66 тысяч километров, потух задний стоп-сигнал, левый. Открываю крышку багажника и смотрю, как то ли снимать фонарь, то ли сзади крышка. Сейчас разберемся. Здесь на заднем фонаре все по старинке. Снаружи откручиваем просто два болта, головка на 10. И вытаскиваем фонарь вперед. Он даже на этой клипсе не держится. Снимаю разъем. Здесь защелки еще допотопные. Главное, в фонаре внутри пыли. Пыли нету, а лампочки все пыльные. Ну и все. Снимаю лампу обычная. Двухконтактная с цоколем. Один контакт отгорел. Протираю и ставлю новую лампу. Лампу фирмы Osram поставлю. Здесь продул. Так, вставляю на место. И защелкиваю фонарик. Фонарик я тоже на всякий случай продул. Все три защелки защелкнулись. Вставляю разъем. И вставляю на место. Наживляю и закручиваю два болта. Все просто, без всяких трудностей. Проверяю габариты, стоп-сигнал. Габарит работает. Стоп-сигнал работает. Также заменил лампу фонари подсветки номера. Так вот, если посмотреть, подержу отверточкой со стороны ручки, изнутри поддеваю, отталкиваю в сторону и вытаскиваю. Единственное, здесь рамка номера сейчас даст, не даст выдернуть. Вроде выдернул, только этот еще длины провода не хватает. Поворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваю. Диод у меня стоял, перегорел. Поставлю чуть поярче. Он даже не перегорел, у него просто контакт отгорел. Вот он. Ставлю вот такой на 24 диода.
и придется тогда вторую сразу заменить, потому что вторая на 8 диодов тоже стоит. Надо проверить полярность. Да, с полярностью угадал. Вторую лампочку тоже меняю, и цветом, и яркостью отличается. Меняю, покажу, как будет выглядеть. Все, вторую лампочку я тоже заменил. Вот так освещает теперь номерной знак. На этом все. Лампочку заднего стоп-сигнала и подсветки номера я заменил. Всего вам доброго.